Покрасить... Ну ты даешь! Поверить не могу, что людей держали в клетках и хотели, как это, обработать! И спасибо, что присматриваешь за Джесс. Она-то считает, что круче нее только яйца, но мало ли что. Это важно. Она любит попадать в передряги. Спасибо, что спас. Я Джесс. Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Я почти его нашла, но нарвалась на патруль эдемщиков. Помоги мне. Нельзя дать ему уйти. Если ты хочешь выйти на выживальщиков, это твой шанс. А что еще важнее, ты поможешь отправить этого злобного ублюдка на тот свет. Идем. И так потеряли кучу времени. За мной. Сюда. Видишь? Его почерк. Он сжигает людей заживо. Сучьи сектанты забирают всех. Они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви. Им похер, где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Иаков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда. Потому что никто не хотел верить. И есть еще тот, кого мы ищем. Повар, любимчик Иакова. Главный по очищению. Он поверил во все, что несет Иаков. Ничего, эта мразь получит по заслугам. Так, почти на месте. Посмотрим, что тут. Тихо. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Ну, понеслась. Только не шуми. Или пленников убьют. Похоже, тихо ты не умеешь. Нас перебьют.
надо отсюда выбираться. Нам кранты, зуб даю. Может быть несколько, осторожней. Помните, чему вас учили? Уже иду! Церковь никого не отпустит. Помоги. Скрою нас тебя. Нас могут убить. Так вот как надеюсь, я сделаю, что ты любишь запах гари. Я тебе должен. Бери, я настаиваю. Может, заплатить? Спасибо. Есть и другие. Их убили в горы. Эй, спасибо, что спас. Я отомщу этим старым сборщикам. Ты можешь мне помочь? Спасибо. Ты поможешь. Повар. Я думал, мне конец. Он забрал. Есть еще люди. Повар забрал их в горы. Ладно, боже. Идем дальше. Знаешь, почему его зовут поваром? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Родителями и детьми. Он заставил их голодать. Не давал им ничего. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались заставить. Но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Постой. Я что-то слышала. Их сейчас казнят. Иди первый, я за тобой. Помни, если они нас заметят, то убьют пленников. Один. Мой муж, повар забрал его в яму. Он хочет жить. Он сожжет его живьем. Спасибо, что спас. Пойдем. Мою задницу. Не знаю, откуда ты взялся, но проблемы мне тут не нужны. Подойди! Так вот. Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинину. Они согласились. Он подошел к родителям, снял с них обувь и начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Скоро поросят не осталось. Он рассмеялся и поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти.
Это невозможно забыть. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он тут. Подберемся поближе. Слабые, грязны и недостойны! Вот он, сраный. Их души увязли в грязи! Твою мать, их уже жгут! Он приготовит их в огне! Гори! Гори в пламени, отца! Слабые умрут! Один готов. Благодатный огонь очистит вас! Смерть, еретик! Эта мразь заслуживала худшей участи. Дач был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его, и вот я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось, насчет секты и Лая. Может, и тебя. Ты... Если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И спасибо. Спасибо тебе за все. Всех животных, но, кажется, чизбургер сбежал.
Своих лучших людей. Будь начеку, помощник. Thank you.
Заряд пришел со мной. Нам не сбежать. Этот мир слаб. Мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными, и теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Жертвуй слабый. Пилай, я их вижу. Ну и жесть. Выйти и проверь там. Боже, больно. Видно, гнили здесь не один день. Уокер, открой окна. Да, сэр. И вырубите долбаную музыку. Блин, это Салли. Давно он у них? Зачем нам это? Одни трупы. И все-таки проверь. Вечно я проверяю трупы. Твою мать! Что? Вот черт. Тут живой. Уокер, подгони тачку. Да, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги-ка мне. Элай, это... Ага. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем его в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай, Тэмми, она поймет. Выбей-ка это. Ты что, в конец долбанулся? Успокойся. Мы с Уити решили... Ах, вы решили? Эй, эй, эй!
я тут максимум наблюдатель. Это глупо. И очень опасно. О чем вы думали? А что мне было делать? Бросить его. Тэмми. Он торчал там целую вечность. Люди потом меняются навсегда. Я знаю. Ему нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал. Это не обсуждается, он нам нужен. И хватит об этом. Понятно? Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я серьезно. Ты нам нужен. Отдыхай пока. Эй, парень! Здорово!